Ну что, ребята, всем привет. Давно не было видео. Ну и так, в связи у нас с появлением питомца, собаки, машинка немножко загрязнилась. Не так сильно, но появилась везде шерсть. Вот, решил. Тем более, прикупил еще моющий пылесос, потом я его покажу. Вот. Будем пробовать. Просто сначала пропылесосим, все уберем. Все крупные шерсть. Камушки всякие. А потом запшикаем средством и попробуем помыть уже моющим пылесосом. Приступаем. Ах да, я обычно не пылесошу на сухую, потому что пыли много. Любой можно водичкой. У меня такой вот с освежителем. Я обычно запшикиваю и потом уже пылесошу простым пылесосом. Пропылесосили, все вроде убрали, такое крупное. Я говорю, она не такая сильная, грязная была. Мало. Ездим на ней. Вот. Щеточка мягенькая. Это, по-моему, даже чтобы туфли чистить. Очень хорошая. Собирает все. Так, и сейчас у меня есть свой раствор. Можно любой, можно ваниш. Либо для моющих пылесосов специально есть. У меня там немножко осталось после вчерашнего, я там чистил коврики. Но я опять вернулся к своей. Тут на литр воды 30 мл ваниша, моющего средства для посуды, моющего средства для окон и спирта. Все по 30 мл и на литровую бутылку. Ну, зарекомендовался, вроде нормально. Будет так вот нанесем. Нанесем. Убирать запах от собаки. Плюс заодно посмотрим. У меня сейчас немножко. Сейчас я телефон перемещу. Так, сейчас посмотрим, как тут идет. Вот так вот. Чтобы сильно тут. О, это, по-моему, бутылка это не очень. У нее уже. Запшикиваем. Да, в этой бутылке сломался этот курочек. Такой он не выдерживает. Так, отставим пока в сторону. Пройдемся. Погода у нас жаркая. Градусов, наверное. Сейчас, наверное, под 30. Так. Отделим. Так. Сейчас я вам. Давайте сниму телефон. Он тут еще на зарядке у меня. Так, извиняюсь, такой оператор. От Бога, конечно. Вот. Зачистили. Пойдемте переместимся в багажник. Это BMW. Вот, такой вчера моющий пылесос купил. Бизл. Spot Clean Pad Pro. И заодно как раз пока вы. Так. Снимается вот так. Вот там у меня уже, вон, видите. Так, засвет. Вот, грязная водичка. Сейчас я пока сниму, вылью и потом, чтобы посмотреть, как там в машине будет грязная водичка или нет. Все при вас. Вот. Пойдемте, выльем ее. И потом ради интереса посмотреть, как
Здесь у нас канализация. Как раз. Вот, увидели. Опа. Все, как говорится, в реальном времени. Вроде неплохой пылесос. Моющий. Вроде тянет все. Все, вернули на место. И сейчас. Там у меня со вчерашнего было разбавлено как положено. Я не помню, сколько он литров, этот бачок, для чистой воды. И там 2 унции американских, по-моему, 60 миллилитров на такой бачок жидкости. Ну, там сейчас у меня оставалось много, я просто воды долил, потому что у нас там мы запшикали нашей семьи. Все, сейчас я пока отключусь, надо размотать провода. Ну вот, все, установили, подключили, поставил на сиденье, так как шланг короткий, небольшой. 1.5, по-моему, метра. И сейчас будем пробовать. Вот здесь такая насадка специальная. Это Animal для животных. Вот. Так вот. Щеточки тоже мягенькие. Вот. Здесь водичку всасывает. Курок подачи воды. Вот. И давайте попробуем. Сейчас я попробую установить. Или посмотрим. Ладно, давайте пока включу, будет громко. Таким способом будем чистить. Сейчас я пока отключу телефон, да, выключу, и потом уже покажу, что у нас там в бачке с грязной водой. Ну вот, в принципе, все и закончилось здесь. Прошелся здесь, там мы с вами проходились, вот. Все нормально, грязи немного, воды тоже немного затратилось. Средства. Вот водички. У нас тут совсем немного грязной. Вот, видите. Опа. Вот столько вот водички. Какая грязная. Грязнеющая. Вот, в принципе, неплохой экстрактор или моющий пылесос, как их там называют. В принципе, довольны. Потом еще займусь фордом. И еще есть Mercedes E-класс, вон он стоит. Тоже почистим. Здесь сейчас я закончу переднее, водительское, пассажирское. Вот. И потом еще в форде надо пассажирское место. Очень грязный ковер был. Henry пылесос не справлялся, помню. Так что попробуем вот этим. Ну и вот как-то так. Название оставлю в описании. Так что ставьте лайки, дизлайки, кому как. Подписывайтесь на канал, пишите пожелания. Может быть, обзор BMW или E-класса, или Ford. До новых встреч. Всем пока.